Привет всем любителям ароматного табака. Сегодня у нас очередная табачная история. Вот сегодня расскажу вам свои впечатления о табаке Patterson Summertime 2014. Очередная лимитированная версия табака от компании Patterson, которая выпускает там чудесные трубки. У меня в том числе трубка компании Patterson есть. Наверное, отдельно, может быть, сделаю какую-нибудь историю, расскажу вообще о возникновении компании. Ну, так вкратце, в общем, компанию основал один из выходцев из Прибалтики. В общем, можно сказать, что наш практически соотечественник. Ну, вернемся к табаку. Табак, значит, ароматизированный. Вот делал обзор недавно на табак Red Race. Вот, значит, что по этому табаку. Значит, табак, насколько я понимаю, тут 100 грамм. Ленточная нарезка вот такая. Значит, вот так он выглядит. Все очень красиво, дорого, пафосно. Вот, что по вкусу ароматики. Ну, значит, в холодном виде. Ну, как уже повторюсь, не знаю, почему такая тенденция наметилась. Вот, ну, первую я заметил ее у Ларсена. Значит, у табаков, вернее, у Ларсена лимитированных, по-моему, с прошлого года начали они делать табаки просто по вкусу напоминающие кальян. Вот. Тенденция продолжилась. Вот как бы опять кальян, опять цветы, опять фрукты. Но в отличие от вот этого табака, да, Summer Red Race Summer Edition 2014 Aloha. Вот мне еще меньше понравилось, потому что здесь хотя бы хоть какой-то прогрессив вкуса была. Вот, как-то там в конце прокуру табак почувствовал. Я здесь как бы этого совершенно нет. То есть как бы цветы, как музыка на одной струне. Ну, не знаю, может быть, кому-то нравятся такие табаки, мне, честно говоря, нет. Считаю, что это просто какой-то обман производителя, потому что, ну, брать в два раза дороже за табак, который, ну, честно говоря, ничем примечательным не отличается, и это просто обман потребителя. Вот, ну, табак я не купил, это мне дали сам обзор сделать, но и тем не менее. Вот поэтому, как бы, ну, честно говоря, не рекомендовал бы вам этот табак покупать. Ну, попробовать хотя, может быть, ради интереса. Тут есть люди, которые там все лимитированные табаки пробуют. Вот. Может быть, для них. Вот, ну, наверное, все про этот табак. Какие вопросы будут, задавайте, буду рад ответить. Может быть, критика какая-то, альтернативное мнение тоже как бы